Не понял. Хорошо. В смысле? Встань. Привет, с вами Руслан, вы на канале ПАВ, и сегодня мы почему-то в моем ютубе, хотя должны играть опять в Pizza Tower. Для чего это все? Если вам не интересно, если вы просто пришли посмотреть Pizza Tower, примотайте на 20-30, ну, короче, где-то на минуты полторы, может, две вперед. Собственно, для кого? Для того, кто смотрит и кому это интересно, собственно, у меня есть парочку новостей и объяснений. Под прошлыми видосами, вот, допустим, люди мне писали, вот, под Pizza Tower, предлагали свои карты, предлагали моды, предлагали, говорили, почему, вот, типа, я вот пишу, а ты вот, да, в следующей серии не играешь. Я вам примерно опишу ситуацию. Вот, допустим, первый видос, который я прошел с модами, это у меня вот этот видос, где 700 просмотров, и в данный момент здесь, сейчас я вам скажу, 48 комментариев. Представим, что хотя бы 20 различных людей, да, предложили моды, предложили какие-то свои карты. Я очень благодарен вам, спасибо. Но вот, допустим, 20 людей предложили, это 20 серий, 20 дней. То есть, понимаете, каждый из этих модов и серий, это первый видос, а таких видосов вышло 6. И, короче, под каждым видосом выходит, я скриню, сохраняю и обязательно во все поиграю. Можете насчет этого не переживать. Вот, а сегодня мы будем играть, собственно, в какие-нибудь карты, которые вы предложили. Думаю, можно переместиться в Pizza Tower и уже продолжить. Так что спасибо вам еще раз, что предлагаете различные карты. Спасибо, что пишете про моды. Я обязательно в каждый из этих модов и в каждую из этих карт поиграю. Но это идет как бы в порядке возрастания. То есть вначале предложили это, я прохожу, потом это прохожу. То есть вот, и как-то так. Собственно, вот, вот этот вот разговор, вот этот вот меня завели, вот это начали спрашивать, я вам, собственно, отвечаю. Собственно, погнали играть в Pizza Tower. Друзья, вот мы и в Pizza Tower. Короче, я пытался запустить мод Pizza Tower United Community Edition, потому что очень много комментариев было про этот мод, но у меня не получилось чисто из-за того, что в Pizza Own нет этого мода. То есть есть Pizza Tower United, а Pizza Tower United Community Edition там просто нет. Поэтому, к сожалению, у меня не получилось. Если у вас есть какая-то информация по этому поводу или как установить примерно, пишите в комментариях. А также я вас очень прошу еще раз продублировать, кто хочет. О, видите, вот это, короче, сегодня мы играем, я забыл сказать, сегодня мы играем в Pizza Tower, Sneak Challenge Reload, что-то такое, короче, какой-то Соник, какой-то прикольный Соник, вот, много инфы вначале вам, простите, но мне просто нужно было вам все это объяснить, вот, и в итоге, если вы захотите, продублируйте, пожалуйста, моды и карты, которые хотите, вот именно под этим видосом, и в порядке, вот, в нормальном я это сделал. Все, кто писал раньше, я тоже, разумеется, это все поиграю обязательно, потому что один из первых комментариев был, это Sneak Challenge Reload, Reload, как-то так, собственно, вот, нет, не, случайно нажал, Discord, нет, спасибо. Спасибо, нет, собственно, все, начинаем играть, наконец-то. Я еще раз извиняюсь, что слишком много информации вам в уши сейчас влил. Ненужное, может, и нужное. Вот, собственно, наш с вами Соник. Это у нас портал. Портал не знаю куда. Freedom Room. Это вот сюда. Так, а, здесь мы были. Мы в мультиплеере примерно то же самое с вами и делали. Хорошо. Так, это что? А, это, короче, уровни, которые я понял. Давайте мне обычно Old Tower. Хорошо, вот, мне нужен наш Сник. Sneak Challenge. Я думаю, что это будет... А, плюс еще ко всему, уровень Dragon's Lair, по-моему, вот тот, который мы играли... А! Это и был Dragon Lair, ты кто? Здорово, дядя. Пошел вон. Его можно убить. Смотри, его можно убить. Так, здравствуйте, ежи. Мне... Также, друзья, я помню, что вы говорили мне разные, говорите мне подсказки, кого бить, на что нажимать. Это я все помню. Также одна... Просто вот смотрите, вот сейчас, вот, допустим, в такие моменты я просто очень теряюсь, потому что не так много играю, как вы. Собственно, вот, и на P-ранг ничего не проходил. Здесь есть что? А то ёж за мной летит. Здорово, ёж! Ёж! Блять! Мне рассказывали, что там можно, короче, нажимаешь вот так, там что-то вот туда, сюда, быстро тыкаешь, и все, спокойненько проходишь. Ёж! Блять, успел, смотри, какая сука. Не, с ежом, конечно, будет очень... Ап, тихо. С ним не получается даже нажать вот это вот. Эть, оп, хорошо. Так, все, ёж, отъебись. Понятно. Так, так что вам, друзья, придется наблюдать за моими неимоверными попытками. Тихо. То есть ты предлагаешь... Это же жесть. Он предлагает мне сейчас...
Ёж, отъебись, я тебя прошу. Он предлагает мне сейчас... Да отстой ты от меня! Ебись! Долбоёб. Все, пошли! Я понял, все, я думал, это какой-то новый уровень. Прикиньте, я забыл, что оказывается пицца... Афария, старый уровень. До свидания, долбоёб. Так, пошли вон. Пошли вон. Так, разгон. Не успеешь, не успеешь. Хорошо. Все, полетел. Ага, разворот. Там что-то мне еще говорили с лестницы. Короче, можно спрыгивать очень быстро. Также эти все комментарии, которые вы пишете, я читаю. Обязательно читаю все ваши советы. Просто в момент какого-то эпика или в момент какого-то пиздеца я не могу. Сейчас давайте... Стоп, убью ежа. Говорят, с лестницы если... намного быстрее, если спрыгивать. Но это правда. Дай сюда, блядь. Тихо. Главное, что его можно убить. Да не, я это не пройду, вы чё? Это очень надо хорошо играть. Нет, встань, туда не пойду. Все, сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Оп, есть. Хорошо, полетел. Так, стоп. А, чё, не понял. Куда идти? Бля, куда идти-то? Вот тут я помню. Так, ладно, давайте не будем ничего собирать, будем... Блядь, опять этот ёж ёбаный. Меч взял. Хорошо, возьми меч. Опа. Все, Зев со мной. Ай, смотри, если я в броне, мне не страшно, я на коне, если я в броне, хоп, есть, хорошо, до свидания, ёж, ты меня не тронешь, хорошо, всем пизда, так, все, побежали, у нас 5 минут, чтобы закончить этот сраный уровень, так, стоп, наушник, ёж, есть, сюда идем, обратно заходим, так, ну ты можешь вот так нажать, блядь. Ну тебе люди горят, тут 300 раз, блядь. Ты представляешь, как паф, они смотрят вот это и видят, как ты тупишь вот это. Им просто им не по себе становится. Они 300 раз тебе говорят одно и то же. Ключ дали? Блядь, ёбаный ёж. Блядь, вы видели? Я нажал. Я нажал. А-а-а! Все, здесь должен быть ключ. Здорово, мужик. Ключ просто дай. Оп. Блядь, ты... Сука, оп. Блять, да не успеваю. Ну я не успеваю, да. Я согласен, сейчас подмышка чешется. Стоп, стоп, спокуха. Спокуха, нет, я не сюда. Вот сюда, все, до свидания, еж. Блять, ты что творишь, Пипина? Пипина понравился, мне кажется, ежу. Или еж понравился Пипина. Тихо, нет. Эть. На, получи, сука. Да ты заебешь, а что он так быстро появляется? До свидания, еж. Сосни мою иглу. Так, тихо. Тихо. Оп, есть. 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 Да ебаный в рот. Простите, пожалуйста. У меня сил не хватает. Да отстой ты от меня. Блядь. Нахуя ты прыгаешь так? Объясни мне, пожалуйста, Пипина, блядь. Блядь. Сорян, я думаю, вам очень нравится, когда я страдаю, да? Я просто знаю вас. Вряд ли мы это пройдем с вами. Но это, блядь, ну я слишком рачу. Я слишком рачу, чтобы это пройти. Пошел вон. Че это? Куда? Это что? В смысле? Вот здесь я помню. Не, вот это я помню. До свидания, ёж. Я сейчас... О, о, о! Нихуя! Разворот! Разворот! Хорошо. Вот это я помню. Мы с вами недавно только ее проходили. Это я помню. Ну, а то вообще не помню. До свидания, ёж. Блядь, это сука. Да иди ты на... Ебаная тварь. Тихо. Я... Блядь, подожди. Боже мой, тут без матов-то вообще невозможно играть. Своему-то челленджи. Ненавижу моды. Я люблю карты, но моды ненавижу. Все, до свидания. Надеюсь, мы больше с тобой не увидимся, ёж. Ёб твою мать, как можно было так долго проходить? Ау! Как? Отстань. Как можно было так долго? Так. Давай, подлетай. Есть. Слушайте, а когда я так делаю, по-моему, он дольше не... это. Стоп. Разворот. Оп! Лоханулся, да? Тихо, нет. Есть. Хорошо. Полетел. Все, мы взяли себя в руки. Я на секунду очень занервничал, а сейчас не нервничаю, потому что мы с вами взяли себя в руки. Выкинь его нахуй. Иди отсюда, синяя морда, блядь. Здравствуй. Все, взял себя в руки. Мы с вами все-таки прошли Пиццатауэр, мы не какие-то... А!
Да пошел ты нахрен, я тебе сказал. Вот это будет жестко. А вот это сейчас... А нет, подожди, а какая разница вообще? До свидания. Иди нахуй. Отстаньте от меня. Так. Ух ты! Нет, нет, отстань. Ёж, отстань. До свидания. Оп. Здравствуйте. До свидания. Хорошо. Да, ёж, пошел нахрен. Хорош, хорош. Так, все, бежим. Бля, очень рачу. Очень рачу. Не могу понять, почему я так рачу. Почему я такой рак? Слушаю вас, но все равно рачу. О, спасибо большое. Спасибо тебе большое, ёж. Все, сюда. О, есть. Так, дай мне портал. Сейчас прям, сейчас, дай прям сейчас тебе дай портал. Дай портал, сказал. Да. Куда? До свидания. Куда? Сюда. А, все, там портал сейчас будет. Там сейчас будет портал. Точно помню. Тихо. Ёж, до свидания. Хе-хе, лоханулся. А! Ёж, от... Ёж. А! Ой, хорошо. Тихо. Мне кажется, это точно не последний. Я не помню, мы это играли, нет? Что-то на хэллоуинском. Тихо! И куда? А! Фу, не, ну это прям жестко, я вам скажу. Я ищу карты, я ж так не умею играть, как вот мне говорят, это ж слишком тяжело. Но это ж прям практически невозможно. Плюс еще, подожди, по-моему, там какие-то дополнительные уровни появлялись, стенка какая-то, нет? Подожди, это не тот, что ли? Сник челлендж. Ну вот этот вот сник челлендж, это, конечно... Так, по-моему, здесь... Нет? Там просто какие-то моды ставишь, а... Пипина, аккуратней. Так, ладно. Собрался. Ну это понятно. Dragon Lair, по-моему, есть и в этом моде, да? Там карта какая-то. Вот она здесь находится, вот эта. Dragon Lair, не будем сейчас смотреть, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Те, кто знает, тот понял. Те, кто понял, тот знает, я думаю, да? И получается, это и есть Sneak Challenge, да? Я где-то видел, по-другому было. То ли не тот мод опять, то ли, не пойму. Я, короче, как-то устанавливал Sneak Challenge, здесь был какой-то проход был, я проходил него, и там Йоши какой-то особый уровень был. Давай сейчас я посмотрю и вернусь обязательно. Почему-то в прошлый раз у меня не было вот этого именно телевизора, а у меня была какая-то штука, я помню, я прям запускал, и вот здесь была потайная дверь. Но сейчас у меня она есть, вот такая вот, да, потому что я включил второй мод под названием Dragon Lair. А в прошлый раз... В прошлый раз почему-то тоже была такая же комната отдельная. Там дверь была, вход был. А сейчас почему-то появился телевизор. Не знаю, с чем это связано, но вы как бы... Вы, собственно, видели, как выглядит Sneak Challenge. Теперь посмотрим с вами Dragon Lair. Собственно, вот так уже начинается полная жопа. Хорошо, я согласен. Я согласен на полную жопу. Я уже тут заскучал, я тут полчаса записываю видос, который длится 3 минуты. Вы понимаете, 3 минуты, это ж просто трэш. Так, сосиску оно отдал. Я сосиску никогда не брошу. Смотри, как это делается. Сейчас я тебе объясняю. Раз. Руслан профессионал. Подожди, стоп. Руслан профессионал, смотри. Хорошо, все, взял сосиску. Все, взял сосиску, побежал. До свидания. Так, пошел. 100% надо будет круголя давать. Вот так, хорошо, пошел. Разворот. Все, взял себя в руки. Мы с тобой чемпионы. Блять. Мы с тобой чемпионы, сказал. Я сказал, мы чемпионы, мы все делаем. Мы все делаем по красоте. Все, взял себя в руки, Пипина. Пипина, не позорь мне, все. Взял себя в руки, это Dragon Lair. Ребята, оп, подожди. То ли мы это проходили уже, вроде бы, нет? Я, блядь, запутался. С этими модами я запутался. Здравствуй. Ага. Да, мы это проходили вроде бы, да? И, по-моему, мы это проходили. А-а-а, подожди. Стоп. А каким образом? А каким образом это можно пройти? Алло! Все? Еще один мод? Еще один неудачный мод получается? О! Я смог! Вы прикиньте! Прикиньте, какой я чемпион! Собрался, Пипина, побежал! Хорошо! Хорошо еще, Пипина! О! Назад 100%!
Все, я понял фишку этого Dragon Lair'а вашего. Разворот, нет, стоп, разворот отсюда давай. Отсюда, нет, давай отсюда. Вот отсюда давай разворот. Все, побежал. Стоп, сосиску можно взять? А, сосиску нельзя бегать. Все, я понял. Я понял, что ты орешь. Охуеть, да что ж такое? Как это пройти? Так, тормози. Это вообще возможно? Это вообще закон? Это реально? Ты сейчас вот смотришь и опять начинаешь... Блять. Подожди. Сука. Это невозможно. Это невероятно пройти. Это просто невозможно. Я вам точно говорю, это невозможно пройти. Да какого? Так, собрался, все. Взял всю волю в кулак. Я какой бы прыжок ни делал, я не могу это пройти. Друзья, я не могу пройти. Да, скажете вы, там, блядь, враг ебучий. Блядь, чтоб ты сдох, крыса голимая. О! О! Блядь. Это возможно было? То есть ему нужна гиперзвуковая, да? Ему нужна... Не успею. Блядь. Ему нужна суперзвуковая, короче, пипина, чтобы сверхзвуковую набирает. И только тогда. Так, разгон. Все, пошел. Хорошо! Нет! Блять! Так, собрался пипина. Все, я понял. Да, вот теперь понятно. Вот теперь все понятно, ему нужна сверхзвуковая. Это понятно. Да, без нее я не долетаю. Но это очень жестко. Вы понимаете, насколько это жестко? Но это интересно. Стоп, спокойно. Ах ты, блядь, да куда ты перепрыгиваешь? Все, я умираю, да? Сейчас будет челлендж. Выиграть эту карту. Опа! Так, ну это поинтереснее, чем Сник, честно вам скажу, мне лично. Потому что это что-то новенькое. Это новенькое, и это что-то правда прям вот... Сник прикольно, но это для более таких вот профессионалов, я так сказал. А здесь как будто прям реально челлендж. Хотя Сник называется челлендж. Короче, суть не в этом. Суть в том, что мы сейчас с вами порвем эту жопу. Порвем эту драконью жопу. Так, пошли. Так, до свидания, ты умираешь. Все, теперь я понял фишку этого уровня. Блять. Теперь нам... Так. Давай! Оп! Видели, я крутанулся? Это меня мои подписоты научили. Так, если так не умеешь, пиши, я сам не умею, тебе кто-нибудь ответит обязательно. Все, побежали. Мы не тратим время на эти помидоры, огурцы. Не тратим на помидоры, огурцы, колбасу. Так, подожди, блять. Что это было сейчас? Я первый раз заметил, что у него анимация, как он бьет без... Пипина-то, оказывается, блять. Без волос. Пипин-то без волос. Вот что значит есть пиццу. Точнее, не есть пиццу. Все, пошли. Так, сосиску помню. Все, побежал. Разгон. Все. Понял, здесь помню. Так. Сосиску взял, побежал. Хорошо. Все, это помню, все. А, тихо, тихо. И так вот. Есть. Дальше пошел. Пошел. А, все? А, в смысле? А, блядь, скорее всего, кстати... Хороший получился. Скорее всего, мы это проходили, но я почему-то этого не помню. Ну, некоторых моментов. Короче, ладно, суть не в этом. Суть в том, что мы в прошлый раз так с вами не прошли этот уровень. А Sneak Challenge мы тоже обязательно как-нибудь еще раз сыграем. Но пока у нас вот два самых таких больших мода, которые меня просили поиграть. Ну, небольших. Да ёб твою мать! Пипина, стоп. Вот, стоп. Хорошо. Два таких... Я тоже чему-то научился. Так, взял меч. Хорошо. Не понял. Хорошо. В смысле? Встань. Собственно, рестарт левел. Как вы понимаете, собственно, как вы понимаете, ни одного дня без багов. Да куда ты, бля, бежишь?
Так, все, собрался. Слишком разгоняется пепина. Так, ушло лезвие. Тихо, нет, не до конца. Так, теперь разворот. Хорошо. Разворот. Тихо. Все. Сосиску, помню, побежал. А, блядь. Сосиску взял. О-о-о! Подожди, у меня такое чувство, что он... Так, понял. Помню, 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 помню это все. Помню. Хорошо, блядь, какой профессионал. По-моему, когда, короче, мы в мультиплеере с вами играли, там не было такого челленджа. Или был. Или мы проходили, реально. Я такое чувство. Какое... Тихо. Бля, я просто люблю. Да ну почему я? Ну, сука, да почему? Почему я? Почему я вот на самом деле играю в Pizza Tower? Вы меня спросите. Потому что я обожаю эту игру. Я просто, я поражен, насколько она... Сука, сыр, пожалуйста. Сыр, пожалуйста, не лезь. Сыр, не лезь и все. Стоп, не трогать. Пипина, не трогать. Как сломать сыр? Не понял. А, подожди. А, ёбушки-воробушки, блядь. Все, отлично. Полторы минуты, убьем сейчас. Здорово, ты кто, блядь? Ага, пошел вон отсюда. Так, пошел вон. Короче, Dragon Lair в мультиплеере, как я понял, когда мы с вами проходили вот Dragon Lair, похоже на этот Dragon Lair, а там была суть в том, что он был немножко другой. Либо я просто был пьяный, в Зюзю не помню. О! Не, я шучу, конечно, я не пьяный. Просто, скорее всего, я просто не помню этого. Сейчас, если... На! Dragon Lair, все, пошел вон. Тихо. Сосиска. Сосиска не нужна. Ох ты, блядь, так что ж такое? Да, блядь! Так, подожди, а там еще сосиска есть, она просто так не дается. Не понял. Не понял ни хрена. Зачем мне сосиска? Так, хорошо, берем разгон, окей. Блядь, да как? Это невозможно. Это невозможно. А, подожди. А, постой. Так это возможно. Ах, блядь, да... Так, хорошо, это очень возможно. Блядь, пососни, блядь. Стоп. Стоп. Не, это правда очень сложно. А где? А кого? А, вижу. Отойди, пожалуйста, отойди. Отошли все. Пизда. Пизда, до свидания. Это слишком сложно, это очень долго. Это, ну, это невозможно. Это просто невероятно. Это просто невероятно, так невозможно играть. Так, друзья, я не смог успокоиться. Я хочу пройти Dragon Lair. Ну, мне кажется, конечно, это слишком профессиональный уровень. Здесь, чтобы его пройти, тут, правда, нужно что-то невероятное иметь. А, например, пятое чувство, шестое чувство, чуть я там... О, сколько времени потратил! О, блядь, быстрее! Быстро! Да, блядь, вот что я ненавижу! Вот что я ненавижу, нам главное от стены не отпихиваться. Да, блядь, подожди! Все, побежал! Стоп! Вот здесь очень много... Так, стоп, рестарт левел, все. Побежали. Мы просто так ничего не допустим. Будем сейчас с вами проходить. Почти. Почти идеально. Вот просто почти космически было. Все, до свидания. До свидания, мне это не нужно. Все, до свидания. Стоп. Упал, все, упал, отжался. Эти, блядь. Тут надо прям все делать доскональных. Короче, в мультиплеере, когда мы играли, там не было половины вот этих некоторых моментов. Половины некоторых моментов. Там не было половины некоторых моментов, и поэтому я, собственно, тупил. Все, побежал. Понял сосиску. Сосиску взял, разворот. Сосиску взял. Ударил. Прыжок. 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 Что? Как? Каким образом?
Блять, хорош, Пипина. Тихо! Собраться! Нет! Вот ублюдки. Смотри, что сделали, а? Ты смотри, какие мрази. А кто? Про кого? Да я ебу, что ли, про кого я? Я хрен поймешь. Все, пошел. Ладно, не сдаемся. Вот это мразь, где она? Ублюдок. Все, хорош. Здесь главное. Оп. Хорошо. Хорошо, есть шанс. Шанс есть всегда. Так, а, взял вот это. Стоп, нет. Тычка. Тычка, раз, есть. Ты отойди нахуй отсюда. Взял бомбу. Все, ударил. Хорошо. Так, вот так, потом вот так. Есть. О, нет. Нет, Пипина, стоп, как тебя учили? Хорош, Пипина. Так, теперь сюда. Так, ударил, все. Развернулся, упал, взял, отжался. Так, прыжок двойной. Да, блядь, можно не здесь, можно здесь. Все, полетел. Все, по разворот. Окей, все, побежал. Все, хорош, хорош, Пипина. Так, хорош, Пипина, быстро. Возьми мусорку, блядь. Все, мы много времени потратили, конечно, но берем вот это. И вот так бежим. Подожди, не понял. Ага, понял. Блядь, да... На! Все, успокоился? Куда ты полетел, Пипина? Говорит, все, я домой. Все, вот здесь понял. Да, здесь помню. Здесь мы очень много времени потратили. Здесь сейчас будет гиперпрыжок. Ух ты, блядь! Нет, не получается. Не получается у меня. Сейчас, стоп. И, блядь, мое лицо, наверное, жестко, да? Опять, смотри, все, не могу. Давай попробуем дальше. Хорошо. Блядь. Как я это прошел? Это невозможно. Блядь, ребят, это невозможно пройти. Я не знаю, как вот это проходит. Честно вам скажу, я не знаю, как это проходит. Я не понимаю, правда. Я не понимаю. Я не понимаю, как это проходить. Хорошо, разворот. Давай напоследочек. Что за моды вы советуете? Это же просто невозможно. Это же невероятно проходить. Это сколько надо мне стараться, сколько профессионалам каким быть, чтобы это проходить. Короче, вот, это один из модов был. Sneak Challenge мы с вами, наверное, не будем сегодня больше играть. Дальше мы с вами... Так, куда ты собрался? Дальше мы будем пробовать, наверное, я думаю, уже карты проходить. По модам парочку еще есть. Обязательно посмотрим то, что вы писали уже в комментариях. А сейчас пока будем проходить карты, которые ребята делали. Которые некоторые прям специально для меня делали. Некоторые давно уже делали. Так что будем проходить карты в пицца овуне. Ой, овуне, блять, какому овуне? В пицца... Короче, в ЦОПе, сокращенно ЦОП. Больше я не помню, как это называется. Короче, вот в ЦОПе будем проходить различные карты, поэтому пишите, пожалуйста, комментарии, что вы хотели бы, чтобы я прошел. Но только, блядь, пожашу вас, умоляю, не очень сложно. Есть, ходить сложно, давайте попробуем. Я немножко потренируюсь, еще раз перечитаю ваши комменты, как бы наберусь опыта. Будем проходить карты все. Будем все проходить, если зашли, значит прошли. Вот так. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо, что посмотрели. С вами, как обычно, был Руслан. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Рутуб, Discord. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.